Не, М1, да, тоже, да. Неплохая. Ох, блядь. Где ты там? А, вот ты где. Идите, тебе ничего не видать его. Спасибо, что выбил мне живот. Это снайпер по мне сейчас стрелял, охились. Осенька на изоленте. Была ж, вот, пару дней назад ролик выходил. Следующий рейд М1А давно не было. Да можно, чё нет-то. Не на малой. Я тут в контейнер. Вид! Да я... Ты первый начал. Ты чуть поздно сказал, я уже смотрю, стоит кто-то в тени. Я сказал до этого, у меня бот-снайпер ранил, я, говорю, стою хилюсь. Я услышал, я стою хилюсь, а где, я так и не понял. Блядь. Кто кого убил? Он меня. Я перестал стрелять. Я тоже. Ну, а шайтан обычно перестает стрелять, когда уже чувака нету. Да. Вот так вот, а у меня сначала предупредительный в голову, я всегда говорю. Да-да-да. Независимо от того, вообще свой ты, не свой, короче, всегда предупредительный в голову. Да. Чат. Понятно. Плюс 400 рублей. Изи просто. Изи деньги понял, просто. Понял, да, он тебя продал. Там у нас вообще все по прайсу было. И сделал это типа случайно, короче. Он поэтому не говорил, где он находится. Он это случайность? Да, It's да, mistake. Да. Мискузи. Вообще не ожидал. Мискузи. Продажные стримеры, понятно, продажная команда. Я ж там хилю состоял, ты не слышал стрики там? Нет, я что-то как-то не пропустил это. Потом отмазки всякие идут, типа, короче. Тут стоял хилюс, это че не... Где деньги, Лебовский? Ничего не слышу. А, платника супер нету, нет. Блин. Я помню, как я убил Таканю на лабе как-то. Когда мы такие с Мэтом стоим на ступеньках. Они спускаются с другого этажа к нам на этаж. Начинают по мне стрелять, короче, в спину. Я резко поворачиваюсь и сразу так в голову просто хэт. Она такая, ну это же я. А сама по мне стреляла, короче, в спину. Потому что вы ни хера не говорите никакой информации. Вместе с Артемом за пару. Потом, короче, это... У вас лично какие-то отмазки, короче. А я виновата. Мне больше понравилось, когда ты этот... Аню, этот, на где? На берегу? На этом, на балкончике. Не помню, а что там когда было? Когда первый раз постреляла, такой, Аня, это я. Так, ладно. Проходит секунду, я опять... А, да-да-да-да-да-да. Не-не-не, это был маяк. Да, маяк на балкончике, да. Я выхожу, да. То есть по мне стреляют противники... Я от них убегаю, вообще красный. Аня по мне начинает стрелять. Я такой, Аня, это я не стреляю. Она такая, ладно, прости, прости. Через секунду опять выходит и снова по мне стреляет, короче. Вот буквально секунда, реально. Конечно, бля, все записано. Задокументировано, бля. Видеосъемка, у меня регистратор стоит. Кого-то рассказываешь. Где ты, в АГС-ке? Да. А че ты вид молчишь? Про себя не хочешь вспомнить, как ты там Степу меня убивал? Главное, смотрел на меня долго, реально на меня смотрел. Я ему говорю, это я, причем я по нему не стрелял. Он просто берется, после этого меня убивает. Да, такое было. Не было такое, я тоже такое не помню. У меня тоже такой регистратор есть, да. Выдумывают они все постоянно. А я что пожрать вот там? Ань, ты в ЭГС-ке, что там, пожрать нечего? Я не в ЭГС-ке, я в медичке, пожрать нечего. А, ты молодец, конечно, бля. Я говорю, ты в ЭГС-ке, да. Я не слышал. Вот не слышала она опять. А виноват вид все равно в этом во всем. Казал памятный. Вообще, кто первый начал? Давайте начнем с этого. Ты. Я? Это не я начала вспоминать на тему того, как ты якобы убивал и тому подобное. Я таких вещах вообще не вспоминаю. Ну да, ты их просто записываешь, да? Чтобы не забыть. У меня у медички кто бегает? Не знаю, не я. Так, кто это там ходит у нас? Дурнаты мне кидают, причем быстрые которые.
Чевыки, два чевыка. Смотри, да. Смотри, какой, а что ты такой жесткий-то? Да блин, во мне двое, это двое! Я не хочу умирать! Ребята, по-моему, идите. Не умирай. Где они у тебя? Блин, там один еще, короче. О! У времянок! Я бегу. Я хилюсь. Одного убила. Дальше сами. Живи. Да, я в туалете, он ко мне дверь открыл. Я с главного уже подошел, держись. Захожу. Убил. Угу, вот я. Нет, хилюсь. Закрой двери. Слушай, если что, я в глухом шлеме. Стою на первом, патроны кидаю. Это, блин, танцы были. Не подставиться под второго, убить первого, не подставиться под гранаты, которые быстро взрываются. Ну-ка, надо вот там вот посмотреть. Мало ли, может, все-таки еще один есть. Да! За мусоркой. Убила? Нет, патроны! Магазин! Твою мать! Убил. Так как вовремя, вот просто капец. Ты же закидывала патроны только что. Там у меня оружие того. А, заклинило? Да. Все, починилось. Бездна. Робот у твоего чувака. 37 уровень, а что тут делал все это время? Тут еще один рядом с ним. Что его дома? Ты, да. Выход есть, по-моему, центральный. Сейчас солтаю второго. Жилька, блин. Так. Я на выходе. О, Тетрис. 100 лет Тетрисов не видел. Я на выходе уже? Ну, я стою на выходе, жду. Понял, спасибо, что прикрываешь, пока я лутаю типов. Ладно, я вышел. Так. Четверых. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.